Стигмат, мне нравится то, что они действительно не застоявшаяся группа, они постоянно развиваются. У них свежие идеи какие-то приносятся. Каждый год они что-то новое вкладывают в развитие альтернативной музыки у нас в России. Стигмата, ну, на мой взгляд, это одна из самых успешных групп сейчас на нашей российской сцене. Самый качественный звук, самые качественные текста. Ну, сами песни, мне нравятся тексты и исполнение. На самом деле всем крутая музыка, тексты и вообще супер. Драйвом на сцене. Звучанием, я думаю, что, в принципе, ребята достаточно хорошо играют. За столько лет, сколько я их слушаю, в принципе, они сильно выросли и стали качественно играть. На концертах, которых я была до этого, но в других не группы Стигмата, но мне нравилась именно вот такая несерьезность, какая-то халатность в отношении многих вопросов. А здесь вот именно вот это привлекает внимание. И отношение между публикой и группой. Очень чувствуется вот эта взаимосвязь, то есть как группа нацелена на аудиторию, аудитория, насколько предана группе, вот это очень сильно привлекает.